Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня будет обзор посылки с интернет-магазина, с магазина Ifrashe. И если вам интересно узнать, что у меня было в этой посылочке, я вас попрошу остаться. А если нет, конечно, вам не интересно, то ищите то, что вам нравится. Девочки, в этот раз посылочка у меня была 50 на 50 для меня и для супруга, так как вот уже буквально... Накануне у нас праздники, такие как День всех влюбленных и 23 февраля, я решила начинать запасаться подарочками для своей второй половинки. Девочки, посылочка у меня была вот такая вот. И приступим. В этот раз у меня, к счастью, ничего не вытекло, они были предусмотрительны. И начну я, наверное, все-таки с супругов. Я ему заказала вот такой вот наборчик Натурель. Это у нас идет мужественный свежий аромат с пряным древесными нотами и кипарис, в общем, кипарис и грейпфрут. Сейчас я попытаюсь его аккуратненько открыть, чтобы вам показать, что это за набор. Мне, в принципе, в прошлый раз попался пробничек данной туалетной воды, я его попробовала, посмотрела, мне приглянулось, я взяла, почему бы нет, просто супругу взять на повседневку, так выбежать, воспользоваться. Здесь получается у нас парфюм, он идет, а сколько у него объем? 75, по-моему, тут миллилитров, вот такой вот флакончик с обычным пульверизатором, то есть как бы приятный аромат, и к нему шел комплект вот такой вот. Это что у нас? А это у нас, по-моему, гель для волос и тела 200 миллилитров. Да, туалетная вода здесь 75 миллилитров. И парфюм, то есть гель для душа 200 и парфюм 75. Я думаю, будет приятно. Я думаю, то, что как бы за своими мужчинами и создавать им приятный аромат, это наша девочки задача. Так что этим я, в принципе, довольна. Очень даже. Осталось теперь красиво обратно положить. Вот. Он мне обошелся с хорошей скидкой. Ну, там была, в принципе, какая-то на него скидочка. Я его решила закинуть и посмотреть, что же будет. Вот. Следующее, что я заказала. Я заказала себе нашумевший карандаш. У нас идет Каял 07 номер белый. Естественно, информацию о продуктах я оставлю под видео. Такой, знаете, он. Сейчас посмотрим, что тут за цвет у него. Потому что весь YouTube, это, знаете, это покупка, наверное, под влиянием YouTube и многих. Господи, как он. Девочки, я его не открою. Упаковали, так упаковали. Не открою, девчонки. Вот правда. Так, зубами мне не хочется, это не эстетично. Не могу. А нет, все получилось. Все получилось, девочки. Сейчас я посмотрю, что у него за цвет. Он такой, знаете, приятный у него. Упаковочка такая, прям вот приятная в ручке. А да, я хочу сказать, я понимаю, почему все о нем пищали. Он такой приятного очень даже цвета. Да, мягонький такой, интересный. Ну, посмотрим. Наверное, вам не видно будет. Я, наверное, сводчи оставлю в Инстаграм. Так что заходите на мой Инстаграм, и вы посмотрите, что за цвет, если вам интересно. Вот, это было для меня. Следующее, что я заказала. Знаете, держите, девчонки, потому что... Опять гель для душа, да, девчонки. То есть я, наверное, замоюсь, я буду вкусно пахнуть, я просто из ванны выходить не буду. Я заказала себе, я полазила по их сайту, я нашла то, что у них есть, запахом малины гель для душа. Здесь у него номинал 400 миллилитров, после вскрытия 6 месяцев. Но так как у меня очень много гель для душа, я открывать его не буду. Он и так прекрасно пахнет. У меня, знаете, сразу же ностальгия о малиновом варенье. А знаете, о таком чем-то прям вот мне хочется сразу же налить кружку чая. И прям вот... это прелестно. Я не знаю, зимнее, летнее. Мне кажется, в любое время года можно пользоваться данными продуктами. Мне нравится эта серия. Я просто, девчонки... На 8 марта, девочки, можно своим подругам,
сестрам дарить, и мне кажется, они будут очарованы, и просто это, ну, классные продукты, не знаю, просто я влюблена. Так, ну, это, собственно говоря, все, что я заказала, это тоже была не мега большая, то есть посылочка. Что мне пришло в подарок в этот раз? А мне в подарок пришло вот такая вот коробочка, это у нас идут вроде бы как часы. Сейчас мы посмотрим, здесь у нас идет, получается, вкладыш. Любимая моя пупырчатая бумажка, клееночка у меня ее, и я люблю, и сын мой любит. Вот такие вот часики с красивым орнаментом. Здесь писали то, что они постоянно меняют цвета. Ну, видимо, тут светодиоды, оно такое прям пластик-пластик. Не скажу, что качественно, но такое. Такой пластик, девочки. Собственно говоря, такие пластики делают на подарки. Вот, здесь идут три мизинчиковые батарейки, здесь какие-то кнопочки. Ну, не знаю, надо сходить купить. У меня нет, к сожалению, сейчас в наличии мизинчиковых свободных батареек. Так что найду, девочки, и тоже выставлю в Инстаграм, как он выглядит, красиво ли. Вот, приятно, я могу вам сказать, правда, приятно. Подарю мужу. Вместе с тем подарочком скажу: милый, чтобы ты у меня не проспал. Вот. Спасибо и Фраше за подарочек. Следующее, что мне пришло, это уже, знаете, правда, я даже не знала, что у меня будет это в коробочке. Либо я не обратила внимания, когда мне пришло электронное письмо от них, может быть, я так вскользь почитала. Это у нас идет уже маска для волос, растительный антивозрастной уход для волос. Маска для молодости волос с камелией, красным виноградом, ее объем 150 мл. Так. Вот такая вот масочка, я хочу сказать. Она густая, но она как крем, такая вот белого цвета. Ну, запах мне не нравится, девочки, скрывать и лукавить не буду. Запах мне не нравится, я надеюсь, то, что это единственный ее минус. И, конечно же, объем, потому что, ну, это вот мне раза на два, наверное, воспользоваться этой маской. Но, может быть, я вас сейчас обману, может быть, она и на дольше ее хватит, может быть, действительно, она там, ее нужно совсем чуть-чуть, там, с ложечку, и прям вот будет результат. Ну, не знаю, я тоже отзыв сделаю либо в пустых баночках, либо отдельно сделаю как-то, в Инстаграм про нее напишу. Так что, смотрите, здесь, конечно, идут, ну, вроде бы, как бы и состав такой неплохой, не посмотрим, девчонки, то есть, как бы, мне, в принципе, приятно. Спасибо еще раз за подарочек. Так, далее здесь у меня был от них журнальчик, ну, с их продукцией, товарная накладная была от них, и три пробничка. Вы не поверите, они мне положили соу-эликсир с ванилью. Мне понравился этот парфюм, я вот сейчас думаю, взять ли мне его, приобрести его, чтобы просто, знаете, там вот тот парфюм, я не знаю, может быть, я ни разу не пользовалась вот такими парфюмами от Yves Rocher, может быть, взять, попробовать, парфюм неплохой. Следующий какой-то Нероли парфюм от них тоже пришел. И еще раз, по-моему, Камелия Кипарис, да, натюрель такой вот от них пришел. Посмотрим, девчоночки, все ароматы, вся посылочка, все подарочки. Так что это была вся моя посылка. Если вам понравилось, если было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии, что же вы дарите своим вторым половинкам, своим братьям, защитникам Отечества. И, конечно же, на День Святого Валентина, что вы в основном дарите своим мальчикам, мужчинам. Я вам желаю красоты, любви, желаю вам нежности, чтобы ваши вторые половинки вас радовали. Те, кто не нашли вторую половинку, конечно, я желаю вам найти хорошего героя своего романа. И желаю вам не болеть, я желаю вам всего только самого хорошего. С вами была ваша Ира. Всех люблю, целую, всем пока-пока.